Привет, это канал «Разговор с Богом». Сегодня поговорим о чакрах. В дальнейшем будем разговор о развитии этих чакр и вообще для чего они нужны нам. В принципе, начнем. Первое изображение, это называется чакра. Первая чакра Муладхара. Для чего она нужна? И, в общем-то, для начала мы видим изображение в виде лотоса малинового цвета. Ну, тут видно красный и символический треугольник. Похоже немножко на сердце, треугольник внутри сердца перевернутый. Ну, в общем-то, вот такое изображение. Для чего она нужна и где она расположена? Мы сейчас перелистнем. Вот, в принципе, Муладхара, корневая чакра, надпочечники, прямая кишка, мочеполовая система, половые органы, ноги, позвоночники, кости. Вот расположение, где она находится. Так, а для чего, в принципе, ее развивать и почему ее развивают йоги? Йоги развивают эту чакру для того, чтобы приобрести силы прыжка лягушки. Что это означает? Это означает, что со временем, когда постоянно это заниматься, то они в дальнейшем могут взлететь над землей, то есть парить, как сказать, левитировать над землей. Да, также эта чакра делает совершенную нашу речь и обретаем счастье при помощи, если мы ее развиваем постепенно. Так, следующая чакра называется Сватхистхана. Сватхистхана. В общем-то, она изображается тоже в виде цветка, но уже цвета другие, оранжевые и желтые, присутствие немного красного, как огненное изображение. Она крестцовая чакра, половые железы, поджелудочные железы, кишечник, селезенка, почки, половые органы. Так, что, для чего она нам нужна? Освобождение от всех недостатков и болезней, получение сидх, гармоничное движение через все тело, знание разных шастр наизусть и всех наук, положение владыки любви и обожание всех прекрасных богинь, а также употребление. Вот для чего развивается это. Это, в общем-то, любовная чакра, которая также необходима нам. Следующая чакра Манипура. Тут уже больше присутствия желтого цвета. Так, на изображении чакра солнечное сплетение, поджелудочная железа, печень, желудочный, желчный пузырь. Она где-то вот здесь, середина находится. Так, для чего, собственно, нужна эта чакра?
Утверждается, что медитация на Манипуре дарует знания строения тела, силу творить и разрушать, влияние на весь мир, власть над желанием, разрушение скорби и болезни, возможность входить в тело другого, обманывать смерть, создавать золото, открывать средства от болезни, видеть посвященных и находить скрытые сокровища, а также портал ситхи, постоянное счастье. Следующая чакра анахата. Так, анахата, сердечная чакра, вилочковая железа, сердце, легкие, бронхи. Для чего она нужна? Считается, что медитация на анахата делает человека ясновидящим, яснослышащим, знающее прошлое и будущее, способность путешествовать по воздуху бессмертно, господином речи, необычайно привлекательно для женщин, превосходящей для всех мудрости и благородством поступком тех, чьи чувства полностью под контролем, а ум полностью поглощен сознанием брахмана. В принципе, сердечное, это, грубо говоря, то, что влечет нас, все это вот такие вещи. То, что говорится сердцем. И вот эта чакра развивается именно в этом месте. Так, следующее. Вишудха. Горловая чакра, щитовидная железа. Лицо, уши, зубы, глаза, шея, плечо, горло. Здесь врата пути к великому освобождению для того, кто желает достичь богатства йоги, чьи чувства очищены, контролируются. Тот, кто достиг полноты знания атмана с помощью постоянной концентрации на этом лотосе, становится великим святым, красноречивым, мудрым и наслаждающимся ненарушенным покоем создания. Он обретает прошлое, настоящее, будущее, становится всеобщим владетелем, долгожителем, свободным от страданий и недугов, разрушителем бесконечной опасности. Боги не способны противостоять ему. Почему именно так? Потому что он уже приблизился к божественному. То, что он уже обретает духовность, развитие духа. И когда это наступает, он уже ближе. Становится практически как Бог, но он не Бог, он просто человек больше развитый в нашем мире. Следующее Анджа, третий глаз. Интуиция, мудрость, разум, вдохновение, ясновидение. Вот оно где находится. Результаты медитации на Анджу называются способность по своей воле быстро достигать другого тела и стать наиболее выдающим святым и мудрецом, всезнающим и всевидящим, обретение сверхъестественной неведомой силы, в частности, ситхи, речи, положение Творца, хранителей и разрушителей трех миров. Тот, кто постоянно размышляет над скрытым лотосом Анджа, тот сразу без сопротивления разрушает все кармы своих прошлых жизней. При помощи этой чакры мы способны видеть за пределами нашего подсознания и сознания. Мы видим те вещи, которые не видят люди, которые не достигают этого и думают то, что... А кто достиг, они думают то, что человек глупости какие-то говорит. Но на самом деле развитие чакр это всегда было и будет. Не обязательно в каком... В общем-то, вероисповедание вы, но в других книгах они по-другому могут вам рассказываться. И поэтому третий глаз дает нам возможность увидеть больше, чем просто глазами. А когда вы разовьете эту чакру, то вы будете чувствовать третий глаз собственности, который всегда был у вас.
модификация мышления, психическое здоровье, духовность. Тот выше из людей, кто контролирует свое сознание, знает это место Сахасрали, никогда больше не родится снова, так как теперь нет ничего в трех мирах, что связало бы его. Его сознание будет под контролем, его цель будет достигнута. Он приобретет всю полноту силы для того, чтобы сделать все, что он захочет, и предотвращать то, что восстоит его воле. Он будет двигаться в Ха, небо, эфир, Брахман, Нёба, и речь его, проза или стихи будет чиста и сладостна. Это означает то, что он достиг высшего, высшего, что можно достичь в нашем мире. То есть дальше можно развиваться, но в нашем мире можно только достичь именно этого. И когда он достигает этого, из его речи говорит только правильные вещи. Никогда неправильных вещей у него не будет с его уст выходить. Также он достигает энергетически высшей энергии, что предстоит. Он везде может питаться энергией и везде применять ее. Но бывает и способности другие развиваются при помощи этой чакры. Развитие способностей разные могут быть. Ну а если вам понравилось мое видео, подписывайтесь, кто не подписывался, ставьте лайки, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. А с вами был Крутой Сергей, и я буду рассказывать вам каждый раз что-то новое и интересное. Всем пока!